Пополнить региональный банк крови и оказать финансовую помощь тем, кто в этом нуждается. Вот для чего все это затевается. В прошлом году донорские компенсации пошли на покупку корма для приюта бездомных животных. Куда направят средства в этом году, пока не озвучено. Понятно одно – последствия 10-дневной новогодней паузы в работе центра крови можно нивелировать. Журналисты, в их числе и сотрудники телеканала «Репортер 73», никогда не упустят возможности быть на острие. И для разнообразия в свой профессиональный праздник не пера, а иглы. Сбор назначен на 11 января. Представители медиасообщества ждут в 10 утра в Ульяновской областной станции переливания крови. Важно, накануне донации лучше воздержаться от крепкого кофе и молочных продуктов. Утром легкий завтрак со сладким чаем. И главное, не забыть взять с собой паспорт.